Всем привет! Мы снова на нашей кухне. Сегодня Аня приготовит пирожное картошка. Очень быстрый и вкусный рецепт. Нам понадобится 100 грамм масла, пол банки сгущенки, 200 миллилитров сгущенки, 300 грамм песочного печенья любого, у нас топленое молоко, 5 столовых ложек какао. И мы добавим грецкий орех. Надо взять миску, вылить сгущенку, туда добавить 100 грамм масла, какао просеять через сито, чтобы не было комочков. Печенье мы уже начали разминать. Можно в блендере, можно обычной толкушкой для картошки. Так, разминаем печенье. Можно, конечно, в блендере. Так, печенье Терли в крошку. Практически в крошку. Теперь размешиваем это. Размешаем чуть-чуть. И всыпаем сюда печенье и грецкий орех. И все перемешиваем. Высыпаем крошку печенья в миску и все перемешиваем. А, и всыпем еще грецкий орех. Мы решили с грецким орехом сделать. Все перемешиваем. Так, вот так у нас получилась такая масса. Из нее можно уже формировать картошку. Как пластилин в детстве. И выкладываем на тарелку. Как картошка. Угу. И также продолжаем. Вот что у нас получилось. Сверху посыпем какао и сахарной пудрой. И посыпаем сахарной пудрой. Убираем на 30 или час в холодильник. Приятного аппетита! Делайте и ешьте с чаем.